Эксперимент. Берем человека с вами, помещаем его в клетку, кормим отбросами, там же он ходит в туалет, у всех на виду все делает, так делали раньше, да? И во что он превращается? Потом скажем, а достоин ли человек уважения вообще через год? Вот в чем вопрос. Да, как он стал таким? Вот мы сейчас говорим, как женщина стала такой? Она достойна уважения, но как она стала такой сейчас? Давайте все вернем назад. То есть, понимаете, нужно культивировать, нужно развивать. Каждый человек достоин величия и славы. Сейчас женщину превратили в объект чувства наслаждения исключительно. Это на санскрите называется другая сторона женщины. Есть женщина, это одно из ее обозначение йошит на санскрите. Йошит означает то, что вызывает желание у мужчины. Вот эта ее сторона, она должна быть культивирована специально, чтобы чрезмерно не вызывать к себе похоть. Вот йошит, она вот такая может быть. Сейчас вот эту сторону йошит чрезмерно развивает. Сейчас женщина означает, она какая-то вот, знаменитая женщина, какая-то в таком декольте или полуголая, такая вот смелая, эмансипированная, как мужчина, она курит, она все может делать. Она крутая, она может раздеться где угодно вообще, прямо на улице. Это крутая женщина. Вот что из нее сделала современная культура. А знаете, кто это из нее сделал? Мужчина. Потому что женщина — это часть мужчины, природа мужчины. Она станет такой, какой хочет мужчина.